92-й день рождения сельского поселения Успенское начался бодро и активно. Местные власти провели ряд спортивных турниров, самым массовым из которых стал чемпионат по футболу. В нем приняли участие около 100 человек. Еще больше людей вышли на улицы, где им предлагали самые разные развлечения. Шикарно! А праздник тоже шикарный. 12 лет он уже убежал, взрослый. Дискотеку ждем. А мы вот на батут стоим. Ходим сейчас, смотрим аттракционы. Ждем концерт, салют, выступление главы поселения. Здорово, вроде организовано все неплохо, достаточно много аттракционов для деток. Нам же лишь бы деткам было хорошо. Главными площадками стали село Успенское и поселок Горки-10. Костяк концертной части программы составили хорошо знакомые исполнители, воспитанники местных школ искусств. По доброй традиции поселения на сцене награждали и поздравляли наиболее заслуженных жителей. Все они сделали значительный вклад в развитие культуры, спорта и других аспектов жизни Успенки. Люди на самом деле на территории поселения, они неравнодушны. Они поддерживают и благоустройство. Если вы проедете мимо наших домов, вы увидите, какие прекрасные клумбы, какие цветы, розарии. Это все делается руками наших людей абсолютно бесплатно, на их энтузиазме. И наша задача администрации – этих людей отметить. Несмотря на достигнутые успехи в развитии поселения, местные власти уже озвучили планы на будущее. Развитие инфраструктуры, благоустройство и многое-многое другое. У нас с вами в конце этого года мы закладываем детский сад с бассейном на территории школы. Мы закладываем стадион. И у нас в следующем году мы начинаем в июле месяце строить Дом культуры. Праздничные гуляния продолжались до глубокого вечера, однако и после 22 часов на улицах можно было слышать веселые песни и задорные голоса.